сразу хочу нацепить такую вот блёшинку потяжелее. Приехали на течение, на русло, 24 грамма. Вот, тяжеленькая. Ну и малечка можно будет подсадить. Батюшка Дон встречает своими красотами. Я вас приветствую, друзья, на моей рыбалке. Опять на судака. Погодочка сегодня минус 12, ветер 0. Вроде бы как штиль, но давление высоковато. Не угадаешь, едем тогда, когда можем, а не тогда, когда клюет. Будем надеяться, что сегодня повезет. Погнали ловить. Так, ну в принципе пришли. Недолго добирались. Место определенно ясное. Лед как решето. В этом году я здесь первый раз. Ну, бывали мы до этого тут. Те года. Такой ледок хороший. И ножики потихонечку подсели. Смотрю, давно не точил. Так, сейчас сразу проверю эхолотом. Местность. Какая глубина и течение. Течение знаю, что здесь сильное очень. Возможно, придется слепую ловить. Малек. Бутики. Диман догоняет. Сегодня я с друганом. С Димкой опять приехали. 7,3. Ну, рыба есть. У воды и там снизу что-то ходит. 7,2, 7,3. Ага. Улетела блесна сразу. Будем вслепую. А? Придется говорю, вслепую. Не видать блесну выхолоть. Он несет, как и гля. Вот 24 грамма. Тянет сильно. Да. О, опять попускаю. Ну, сегодня будем пробовать на все. И вибы, и блесна. Под датчик пробурим. Попробуем. Так, может, увидим. Не-а, даже и так не видать. Не хватает вот этих 2 метров. Течка лютейшая. Не судьба с эхолотом сегодня рыбачить. Тройничок, конечно, маловатенький. Могут быть сходы. Но нам главное поклевки начать ощущать.
девчонки подмерзают. Хоть я и морозостойкий, но что-то прихватывает. Минус 12 все-таки. Так, походила с блесенкой, пока тишина. Все-таки хочется мне разловить вип с утреца. Либо с ней еще вернемся. На вип какой-нибудь. Рындик что ли нацепить? Такой под натуралочку. CH 109 у меня. Мало его разлавливал. Редко цеплял. Есть догнал. Эх, какой хороший. В холоте видал подъем, друзья. Есть. Взял ренджа. Класс зачет. Пошел к берегу на 3,5 метра, ну тут трешка. И комфортно стало работать с эхолотом. Смотрю, пошел. Есть. А? Ага, вот на это. Ну такой, хочу сказать, ударчик. Не было ударчика. Подсел. Подсел. С почином. А вот сигналом не подает, когда вот подходит, не? Или надо глядеть? Не, глядеть только надо. Ну так сигнал подавал бы сюда. Ну да. Подремать, блядь. Только глядеть. Вылетел, отошел. Подход, сэр. А? Подход? Ага. Был выход. Что ты долго там сидишь на этой лунке? Ну, выжидаю. Он пошел. И отошел. Была поклевка. Да, я вижу, пошел. Пошел и отошел. Он опять. Давай. А ты малька не подсаживаешь? Просто на это? Не так просто. Щипанул и отбежал. Догнал. Нормально.
А, нет, чертик. Ну, самое главное, я его видел же. Хороший. И поймал. С полноценненьким ударчиком. Поигрался он со мной, я его взял. Это зачетик, друзья. 39 ровно забираем. И время ближе к весне. Солнышко светит ярко, высоко. И оденем отчетчик. Начало положено. Продолжаем. Нам, блядь, они не хотят нихуя. Ну, я буду с чайком. И по традиции, после пойманных первых двух, я всегда наливаю себе чай или кофе. Но сегодня со мной опять у меня чай. Ну, вы хорошенький, блядь. Кило 200. Ну, да, да. Вот это хорош. Здесь долго качало, да? Вот этого прям долго. Mm-hmm. Качал, качал, смотрю, полетел, полетел. Приподнял, опустил. Тык, есть. Ну что-то не хочу, блядь, перевязываться, блядь. Ну так выхватывают, смотрю, вдалеке. Одиночных. Ну вот я, наверное, их поймал. В течение 10 минут. Двоих. Вроде как шевельнулся, успел выхватить. И приманку прям подобрал. Сначала я пробовал на блесенку с мальком, ничего. В сторонку отошел на 3 метра и с эхолотом поймал двух. Прям с подъемами взлетал и взял. Вип ранч. Выход. Что там, блядь, это может, блядь, видно? Ну, смотри, вот был подъем снизу, видишь, ушел вниз. Вот полоса. Вот ну вот это вип полоса, я шатаю. А где блесна? Вот он вип. Вот я шатаю, приподнимаю, видишь, приподнял, опустил. Видит. И сюда будет вот так выходить, вот так, как, ну, вот так вот, как рыба тоже. Вот сейчас нет, вот сейчас перед тобой прям был подъем. И раз зашел. Вот я на одной лунке сижу и выкачиваю. Блин, надо быть секретным, да? Да, я тебе что-то выскакивал. Сейчас поклевка была. Выхолочек не видел, но был удар. Как лень ножами. А он видал там земля? Сейчас мы вообще их убиваем. Запасные есть ножи. Придется все равно перекручивать. Вышел. Хорош. Да, был короткометражный выход. И все закончилось. Быстро. Ну так, все равно пока есть какие-то подъемчики. Выйдет, зайдет. Вон, пошел. И отошел. Пока есть выходы. Скоро настанет время, затишье. Часа два будем опять ходить, искать, сидеть. Активность была и двух успел поймать. Ну вот есть, вот, смотри, подъемчик. Вот снизу, видишь, бугорок пошел. И зашел. И вот там, смотри, все. Это что, рыба тоже показывает, да? Да, ну это сверху идет белая какая-то. Только белая это рыба, вот белая идет, видать, он тут и крутится поет. Хрена себе. Либо мусор какой-то, понимаешь, так, ну, перемешка с рыбой. Ну, подъем сейчас ну, были. Течения нету, какой мусор. Как дела, Диман? Поймал. Я тоже парочку взял.
Диман, тащишь, ты зачетишь. Глянь, какой судак. Какой-то горбатый. На форель похож. Опять не туда ходил, пока влазил, тут ловили. Взял? Хорош. Ты подбил. Подбойчик был. Давай, на работу. Эх ты, еще раз ударил. Все, день пролетел, как двух я поймал, так и все. Больше не повезло, спасибо и на этом. Но рыбалка на судака продолжается.